Привет, мои дорогие подписчики! В этом видео вы узнаете, как получить еще одну новую классную бесплатную вещь в новом ивенте в Роблоксе. Поэтому смотрите это видео обязательно до самого конца, тогда вы узнаете, как ее получить легко и просто. Итак, ребята, я попал на новенький ивентик, если что, ссылочку на него я оставляю обязательно в описании. А если вы хотите получать новенькие бесплатные вещи первыми, тогда обязательно подписывайтесь и ставьте колокольчик на моем канале, не забывайте поставить лайкусик, ведь вам не трудно. Мне будет очень приятно от каждого вашего лайка. Итак, ребята, я попал на новый ивент, и мы все заспавнились на этой платформе. Смотрите внимательно, вы не уходите с этой платформы изначально. И лучше, ребята, вместе со мной проигрывать это видео, чтобы не пропустить те самые бесплатные вещички. Итак, ребята, вначале мы должны активировать наш джекпак. Для этого я на него становлюсь. Давайте взлетать. Так, давайте посмотрим, как нам здесь нужно управлять. Получается, просто так мы управляем. Кнопочки у нас все те же самые задействуются, и нам нужно собрать вот такие вот маленькие глазки. Так, ребят, я собираю первый глазик, ребят, я его собрала. И следующий глазик у нас находится прямо на той самой платформой, где мы заспавнились. То есть это вот такой вот красный глаз. Ребята, я его собрала, и давайте собирать третий глазик. Он вот такой вот сиреневый, и он находится тоже здесь поблизости. Итак, давайте его собирать, и теперь взлетаем еще выше, а именно мы должны взлететь, смотрите, вот к этому небоскребу. Здесь у нас есть зеленый глазик. Так, ребят, я его собрала, а теперь мы подлетаем и ищем вот такую вот луну, которая у нас будет где-то здесь. Смотрите, опуститесь вначале на вот эту платформу, и именно отсюда посмотрите наверх, и здесь у нас должна быть луна, вот как раз вот эта луна. Мы к ней подлетаем, к этому астероиду, и давайте собирать вот такой вот красивенький голубенький значок. Так, ребята, я подлетаю, и давайте его соберем. Кстати, очень крутые текстурки у этой луны. Так, ребята, я его собрала, и заключительный глазик у нас находится в этой красной луне. Давайте его тоже вместе с вами соберем. Для этого просто подлетайте чуточку выше, и лучше взлететь в эту луну сверху. Я залетела, и посмотрите, тут у нас есть желтое солнышко. То есть не солнышко, а глазик. Ребята, я его собрала, и значит, что прямо сейчас мне дали бейджик. А вот это уже значит, что я получила новенькую бесплатную вещь в гардероб прямо сейчас. Это очень классный вентик, потому что пройти его очень легко, бесплатная вещичка будет очень клевая. Всем большое спасибо за просмотр, если вы хотите узнавать, как получать новые бесплатные вещи первыми, тогда обязательно подписывайтесь и ставьте колокольчик на моем канале. Не забывайте поставить лайкусик, ведь вам не трудно, мне будет очень приятно от каждого вашего лайка. А мы с вами встретимся в новом видео.